Ну а вашему вниманию мы представляем первую танцевальную пару. Это Ева Плесовских и Марк Желтышев, спортсмены, представляющие Пермский край. На первый взгляд, в Перми чаще растут спортивные пары. Пары из этого региона мы сегодня тоже обязательно увидим. Пока смотрим на Еву и Марк. Такое элегантное танго «Аморе» в музыкальном обрамлении Эдвина Мартона продемонстрировали нам Ева Плесовских и Марк Желтышев, спортсмены, которые, по большому счету, только-только начинают осваиваться на подобном уровне. Они совсем юные, 2009 года рождения Ева, 2007 года Марк. И из таких турниров, которые можно уже однозначно занести им в актив, они... В прошлом сезоне выступили на одном из этапов Кубка Федерации, но, впрочем, можно сказать, что лавров там не снискали, а сейчас получают очень теплые поздравления с своим дебютом в новом сезоне от Анжелики Крыловой и Григория Смирнова. Приятно, когда такие серьезные специалисты тебя так тепло, собственно, поздравляют с твоим стартовым танцем в сезоне 2022-2023 годов. Понятно, что те, кто открывает сезон, очень и очень волновались. На некоторых локальных стартах прошлого года у этих фигуристов были серьезные достижения. В частности, на одном из этапов Кубка Пермского края у себя на родине эти фигуристы даже докатались до лучшего результата. Но все-таки... Растут спортсмены в соревнованиях с теми, кто сильнее или как минимум соответствует их уровню. И, конечно же, сейчас для них, можно сказать, вот такой полноценный дебют на первом этапе всероссийских соревнований «Золотой конек»
Москвы. Вот так, возможно, и осуществится мечта этих фигуристов, начиная с этих соревнований на льду Дворца спорта под названием «Мечта». И приятно видеть совсем недавно завершивших карьеру спортсменов, в частности, я, конечно же, говорю о Грише Смирнове, который еще несколько лет назад восхищал нас своим мастерством на двух площадках планеты, а сейчас выводит уже собственных учеников. Ну что же, первые оценки 45,62.